очень гламурный. Да, мы такие. Серьезно очень, да. Ну, матч тяжело какой-то рассказывать про качество, про тактические какие-то моменты. Он больше эмоциональный. Первый раз у меня, в принципе, в карьере такое. Игра 11 на 11 сначала, потом 11 на 10, потом 10 на 10, 10 на 9, 9 на 9. Я думал, что на концовочке где-то мы 8-8 еще сыграем. Но как получилось, так получилось. Но мне кажется, чуть-чуть, наверное, все-таки, с моей точки зрения, могу ошибаться, но все-таки это больше во благо, наверное, Бресту, потому что все-таки у них лавочка-то подлиннее. И с учетом, если не ошибаюсь, наверное, у нас еще Янсена не будет играть. И для нас, как бы, решить эту задачу очень сложно, ну, но оно интересно, это такое творческое, мне кажется, такое, ну, интересный матч, конечно, супер, причем, что это было в Бресте, все на эмоциях, такое впечатление было в конце, уже ощущалось, что, наверное, мы все какой-то с катушек слетели, да, две команды, но, наверное, омрачило этот футбол, что не было голов, все-таки... Должны были в этой игре быть голы, и одна, и вторая команда это не использовала. Так что только в этом вижу минус, в основном только плюс. Для белорусского футбола это, мне кажется, только в плюс. Интересно такие игры. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы, не забываем представляться. Потом задаем вопрос. Все. Эдуард Беремон, «Детская газета». Скажите, пожалуйста, насколько ключевые фигуры вы были при Беремоне в следующем? Ну, с учетом нашего комплектования, то, что мы заявляли, да, у нас есть еще травмированные футболисты, конечно, фигуры очень серьезные выпали. Но, в принципе, на то есть команда, она называется команда, что нужно заменять, нужно молодым, может быть, кто его знает, может, сегодня Глинский не вышел, да, и не сыграл достаточно качественно. Ну, есть молодые ребята, много можно пробовать, посмотреть, сразу в такие игры. Ну, конечно, мне даже кажется, что нам все-таки эта игра следующая важнее. Ну, Брест уже, как говорится, в Лиге чемпионов, да. А нам бы хотелось хотя бы рядом быть с Еврокубками, где-то так, хотя бы каждый день быть с надеждой жить. Так что, ну, а в целом уже там посмотрим, все покажет игра домашняя. Василий Александрович. Чисто психологический вопрос. Вот можно было ожидать вас на пресс-конференцию разъяренным, а вы веселый. Вас радует результат, в принципе, не разочаровывает? Или... Честно, вот положа руку на сердце, скажу, что даже соскучился по журналистам. Ну, все-таки это первый матч. Но скучаешь, уже прошло там, да, уже март месяц, и реально, что есть и знакомые люди, приятно приходить к этому пресс-конференции. Почему? Наверное, не имею права я, вы были на этом матче, здесь какой-то унылым быть и так далее. Понятно, что я все равно думаю, что затронется тема судейства, наверное, давайте я уже сыграю это на опережение, да. И мне, как тренеру, в какой-то степени очень приятно, когда... Не очень приятно, что удаляются футболисты, да, хотелось бы играть всегда 11 на 11, но смысл в том, что когда идет... последовательность, да, действий судьи, да, когда одного удаляли за там выбив мяча, второго удалили, все по делу, как бы, что, да, такое, ну, невозможно представить, как бы, да, что 9 на 10 команду будет заканчивать, но, в принципе, что судья, это было последовательность, и это мне вот, как бы, приятно, и, наверное, что эмоции, ну, в Бресте тяжело быть грустным, потому что здесь всегда болельщики довольно-таки хорошо болеют, да, и наши болельщики приехали, и я сюда, когда только вошел на стадион, шел с командой, потом обернулся, я уже 1.70 метра им привез, потому что мне просто ноги полетели. Ну, было так приятно, хотелось сегодня сыграть, и в этой атмосфере, и даже вот сейчас, мне кажется, такая приятная для меня атмосфера. Вот почему у меня хорошее настроение. Еще, если можно вопрос, 9 на 9 игра для технарей, уже сочетание. Как вы думаете, оно было в вашу пользу или в Бреста? Ну, мне кажется, что если сыграли 0-0, пока техничные кондиции одних и вторых, наверное, не в оптимальных, наверное, кондициях. Да не просто тут уже, здесь очень важно было
в это сейчас было легче, вот даже такие моменты были, что футболистам, да, мы можем расставлять, мы можем кричать, особенно на прессе тяжело докричаться, да, но принцип, как футболисты реагируют, как они смотрят, и в принципе вот сейчас и футболисты одной и второй команды, ну, сыграли с головой, я скажу. И одни, и вторые понимали, в каких зонах как играть, и это было интересно. Мне, честно, даже вот понравилось, какие, в принципе, и Брест, и мы закрывали, да, мы вообще не перестроились, можно так сказать, да. Только вверх-вниз нападающих крутили, а тройка, как у нас осталась, так и она оставалась, потому что там все-таки группа атаки всегда довольно-таки приличного уровня. Коллеги, еще вопросы? Все, спасибо.